показать, что не только мы, медведи, паримся в шкурах, но и обычные зрители, обычные люди, которые не верят в то, что у нас много чего здесь можно увидеть. И в первую очередь хотелось бы показать, наверное, заграничным нашим гостям то, что мишки по улице с балалайками — это все не так. А у нас прекрасная страна, у нас очень отзывчивые люди, с которыми пришлось нам столкнуться практически. Они нас брали натиском и помогали нам реализовывать этот проект. И благодаря этим людям, в принципе, сейчас проект существует такой, какой он есть. А мы сняли 3 серии, мы ездили, не знаю, на север, вот, и снимали там, и нас вписывали, и нам помогали. Это дает большое одушевление и понимание того, что у проекта есть будущее, что его грандиозные планы сбудутся, и они расскажут всем о том, какая наша страна замечательная и красивая. То, что в ней есть множество интересных мест, которые, может быть, широкому кругу еще неизвестны. Будущее проекта велико. Если так призадуматься и вспомнить 3 года назад, вот все то, что я вижу сейчас, может быть, даже не из этой бурой шкуры, а обычным, наверное, пешеходом, изменения колоссальные. Люди изменились внутренне в том числе. Это видно не только внешне на вывесках, на том, как они одеваются, как они себя ведут и то, что начали себе позволять, а в том числе, каким образом они стали относиться к своей культуре, как они ее бережно в этом случае начинают хранить и не отказываться от нее, как от пережитого прошлого, не знаю, лет 10 назад. Они уже не смотрят на это, как на, не знаю, консервные банки –